Сегодня завершился областной конкурс «Образцовая семья». Победителями стали 20 семей. Подробнее в материале. Образцовая семья – это основа государства. Сегодня около 10 тысяч семей со всего региона приняли участие в конкурсе, который был организован в целях пропаганды семейных ценностей. В частности, из 144 участников 20 победителей были награждены по различным номинациям. Заместитель акима области Талгат Мамаев принял участие в торжественном мероприятии и поздравил победителей. Конкурс «Образцовая семья» проводится с целью возрождения нравственных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака, повышения статуса семьи. Конкурс проводится уже второй год подряд. Число его участников растет с каждым годом. Жюри выбирало лучших по таким категориям, как образцовая семья, многоязычная семья, лучшая читающая семья, интеллектуальная семья, творческая семья, семья мастеров, щедрая семья, путешествующая семья. Победители были награждены благодарственными письмами и ценными призами. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно. Конкурс проводится уже второй год подряд. Сегодня уже были выбраны победители регионального уровня. Скоро семьи победителей со всех областей будут участвовать в республиканском конкурсе. Семья Байганысовых победителей в номинации «Интеллектуальная семья». Участники отмечают, что конкурса они готовились давно и рады своей победе. В завершении церемонии награждения участники сделали памятную фотографию. Катерина Иващенко, Асылбек Жолшыбек, 7-7 News.